молодыми людьми на равных, уважительно, как с министрами или главами районных администраций. Губернатор Новосибирской области сегодня провел классный час для школьников и студентов. Сначала экскурс в историю родного края. Владимир Городецкий рассказал о значении битвы на реке Ирмень. Она произошла в конце 16 века. Строительстве Транссиба и железнодорожного моста через Обь. Экономическом росте 20-х годов прошлого столетия, появлении первого за Уралом научного центра. Затем ответил на вопросы юношей и девушек, сообщил о перспективах санатория «Озеро Карачи». Здравница получит деньги из федерального бюджета. Губернатор рассказал о внедрении инновационных технологий, а также о проблемах оказания медицинской помощи. Если все более доступно и высокие технологии в городе, в самом Новосибирске, то в большущей Новосибирской области отдаленные села, поселки, там все сложнее. Там сложности даже есть с первичной медицинской помощью. Но мы в этом году строим 26 фельдшерско-акушерских пунктов. За 3 года построим 75. Мы почти проблему подойдем к ее финальному решению. Мы строим эти фельдшерско-акушерские пункты уже вместе с жильем, чтобы молодой специалист приехал, и у него прямо жилье было там, ну, однокомнатная, двухкомнатная квартира прямо при ФАБе здесь, в сельской местности.